Вообще, вы знаете, это чуть ли не мой текст, да? Ну, вот когда тренинг или какая-то история, люди, как вы вообще еще живы? Потому что вы пользуетесь таким количеством абсолютно бессмысленной, разрушающей информации, этого никакой пользы. У нас даже есть такая генеральная приборка на тренинге, да, когда я предлагаю, неважно, там, вебинар, это заочный тренинг или очный, прибраться в своей жизни, выкинуть из нее лишнюю информацию, лишние телепередачи, лишние знакомства, лишние удалить, наконец, из своего мобильника телефоны людей, которых уже давно нет или с которыми вас ничего не связывает, то есть начать прибираться в своей жизни. Потому что вот по всем спудам этого барахла, информационного, душевного, духовного, энергетического, какого угодно, вы не можете обнаружить, даже сделать инвентаризацию того, что при вас есть, того существующего. Но это лишь один шажок к себе. Да? Затем нас, к сожалению, не учат думать в школе. Да? Там, одним из первых декретов советской власти были вычеркнуты там логика и риторика. А кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Вот научиться думать, научиться говорить, научиться... Вот смотрите, мы все с вами делаем выводы на основании увиденного, услышанного, прочтенного. Ты говоришь, ну да, ну это же правильно. Нет, это дискретно. А как же правильно? А выводы нужно делать на основании анализа увиденного, услышанного и прочтенного. А анализу, как анализировать, что с чем сопоставлять, да, нас тоже не учат. Ну, жизнь учит. Палкой там, тяпкой, мотыгой там, деньгами, болезнями. Но не все усваивают, не все учебники, да? Более того, хотят от него отгородиться, потому что любая проблема, неприятность или что-то воспринимается как угроза, да? А не как урок. А учат нас только плохое. Хорошее нас ничему не учат, это норм. Вот, поэтому, конечно же, я начинаю вот способами отбора информации, да, последовательно и так далее. Но начинать нужно все равно с самого себя. Вот все, ну, что с самого себя? Вот кто я, какой я? Вы знаете, человеку, который путешествует, не мне вам говорить, здесь все путешественники. А чаще всего какие вопросы? Кто ты, откуда и куда? Вот попробуйте себе ответить на эти вопросы с разной степенью погружения в их смысл. Кто ты, откуда и куда? Потому что ни одному паруснику ни один ветер не будет попутным, если у него нет цели. Да? А как эти обнаружить цели? Я говорю, я вчера встретил человека, представляете, у него мечты нет. Ну, я шучу, потому что я знаю, что в 99% нет мечты. Как вообще жить можно? И чем мечта отличается от цели? Чем большая цель отличается от маленькой? Чем желание отличается от цели? Вот есть разные такие пошаговые истории. Надо про это говорить. И говорить с конкретным человеком, а не с большой аудиторией, потому что мы, к счастью, разные. И у разного человека может быть совершенно разные ценности, разные цели, разный потенциал, разные интересы, о которых он даже не подозревает, потому что к себе настоящему он никогда не обращал. А как показать? Вот моя задача показать туда тропинку. Сначала, потом она станет дорогой, а потом, может быть, вырастет путь. И тогда мы поймем, что путешествие идущий по тропинке. Не идущий по дороге, а шествующий по пути. А путь, да, с большой буквы, предполагает высокие цели. А цели зависят от согласия головы и сердца. Вот как их упорядочить и стать порядочным человеком, например, да, это, пожалуй, самое важное. И я желаю успехов, счастья, трудолюбия и мотивов на пути к пути и главное направление, которого вы сами.